Внуково напоминаю. Так они что, все по одним схемам строят дальше. Они же покупают, наверное, эти вот, ну, все схемы. Вот оно и на Внуково и похоже. Шереметьево старый был похож на Бунько. Ну что, Шереметьево был похож старый? На Бунько. Какой бункер? Как у какого-то. Тихо. У нашего бункерма. А я не видела никогда старый Шереметьево, Даша, я не могу ничего сказать. Мы, в общем, приехали, машину это, взяли в аренду, потому что нам, когда мы будем возвращаться, нам, ну, в аэропорту же ее надо оставить. И поэтому пришлось брать машину в аэропорту, чтобы оставить ее в аэропорту потом. Видите, как много, всем людям так удобно, что взять в аэропорту. Ну просто мы как-то не сообразили, что так можно было сделать. Манчестер, Франкфурт. Так что лучше, если люди, если хотите приехать в Тенерифе и хотите снять машину, лучше ее снимать сразу в аэропорту, чтобы потом, когда вы обратно поедете, сдать в аэропорту. А то вот нам пришлось вернуться в аэропорт, видите. Мы берем машину на 3 дня, и у нас за 3 дня 145 евро, и плюс взяли депозит, ну, на газолин, на бензин, ничего, я сюда попалась уже. Так, 35 евро. Ну, то есть, если мы вернем машину с тем же баком наполненным, то нам эти 35 евро вернут, а если, ну, не вернем, то не вернут. Ну, не знаю, как уж там Лёша пусть сам решает, как он будет заправляться перед или не будет. Ну, в общем, это... Ой-ой-ой, игрушку дали Лёше новую. Он как радуется. Машина какая-то, которую хотел себе когда-то покупать. Молодец, Лёша. Слушай, мы же хотели кофе попить. Сейчас я в туалет хочу, не могу. Ладно. Пошли кофе попьем. Кофе хочется. Мне кафе комлечи. А ты, мама? Не туда встали. Не то. Очередь какую-то такая. Остановимся лучше на бензоколонке, там будет дешевле. Ну, пошли на бензоколонку. Ланка написано. Ланка написано. Вот смотрите, здесь арендные машины, видите, вот они, номера вон. У нас белая. Opel, вроде Лёша сказал. Вот я так запомнила, что Opel. Где наша красавица? Ух ты, какая у нас красивая машина. Красота. В общем, 3 дня 145 евро и
Взяли депозит за бензин 35 евро. Газели... Это дизель, да? Бензин. Бензин, ой, бензин дорого лет. Быстро жрет. Ну ладно, что хочешь. А вон, смотрите, Ланзарот написано. Это Марина там же жила, в Ланзароте. Ну, подружка моя. Я там иногда не конкретизирую. Я иногда про Марину из Пизы говорю, иногда про подружку. Ух ты! Какая чистота, красота. А что ты положил-то? Так, ой, смотрите, какая красота. Дай мне сначала понять, как на ней нитрить. Потому что вот этого я уже не умею. Это что до нового. Ох, слушайте, смотрите, вся блестит. Это а нет, это Peugeot. Это Peugeot, вот сейчас это кран. Это не Opel, а Peugeot. Где они, эту хрень? Вот. Так. И новую игрушку. Так. Так. Так, сейчас сюда. Так, ну-ка. Уже пристегиваться или пока еще нет? Пристегивается. Так, сейчас мы дергаем мне сначала. Не убирай радио, я хочу радио послушать. Хочу послушать, что у них там, какие новости. А тут навигация есть? Смотрите, у них такой акцент латиноамериканский такой, представляете? Так они тут говорят, как латиноамериканцы. Где такое эгэ вот так? Y distribuciones Lucy y Kevin en la cuesta mejoran su servicio. Estarán abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. La tienda que lo tiene todo. Y si no lo ve, pregunte. Ven y compruébalo en la avenida Los Vencelles número 291 la cuesta, al lado del BBVA. Recuerda, a partir de ahora abre a las 7 de la mañana y cierran a las 11 de la noche. Ah, надо язык тогда. Sprechen, sprechen. Parken, sichern, heiß, die Katastrophe. Katastrophe. Dark Profile, Konfiguration. Temperatura. Konfiguration. System, Sprach, Sprachen. Sprachen. Испаньол. Русский, Иван. Ну-ка, давай русский. Угу. Вот русский сделал. Все вон написано. Все. Куда это так радио называется. Что такое Пур Собор? Музыка. Я за колонку попил кофе, разбил.
А сколько бак-то там налито? На 35? Да. Ну, нормально. Здесь евро 50 бензин, но подешевле. 50 сантимов.